четвергу на Урале немного потеплеет, в некоторых районах возможен снег. Более точно о том, какая погода ожидает нас в ближайший четверг, узнаете прямо сейчас. Итак, в Магнитогорске 13 февраля ночью морозы не более 20 градусов. Утром и днем потеплеет от минус 16 до минус 9 и без осадков. К вечеру до 8 градусов мороза и пасмурно. В Белорецке минус 11 ночью и до 8 мороза днем. Здесь возможен снег. Ну а сейчас погода от народа. И двигаемся далее. В Сибае минус 8 утром и до 5 мороза днем. В течение дня здесь возможен тоже слабый снег. В Челябинске 12 мороза ночью, днем до минус 7 и пасмурно, без осадков. На сегодня у меня все. Я желаю вам отличного настроения. Берегите себя.